Сотрудники Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики работают в Сургуте над оптимизацией дорожного трафика. Специалистам необходимо проанализировать схемы движения, работы светофоров и дать заключение, что необходимо сделать администрации, чтобы сократить время стояния горожан в пробках. Ранее директор этого института Михаил Блинкин был одним из экспертов урбанистического форума, прошедшего в Сургуте в апреле. Именно его лекция смогла убедить Вадима Шувалова пригласить специалистов на работу в наш город. Они сейчас как раз работают. То есть сейчас вот эта лаборатория здесь работает, вот профессора Блинкина здесь. Как раз вот изучают все наши светофоры, все это движение и дадут свои заключения после